Они дрались за мячик. Мячик лежал, я взял. Вратарь стоял, я 1-1 обыграл его. Хотел сначала пнуть, но он долго стоял, потом думал, обыграю. Получилось, бромку забил. Это было как точка над «и». Ну, точка над «и» могла бы пораньше быть уже в этой игре. И знаю, что мы еще один гол запустили, это уже ну, не трагедия, а не надо было. Хотели вообще-то на 2-0 и, по-моему, еще, если мы, возможно, на 3-0 поднять. Чтобы нашему тренеру тоже немножко... Он хотел сигару попалить или что-нибудь такое. Он хотел спокойно игру посмотреть. Ну, не получилось так, как хотели. Но все равно очень рад, что сыграли. 3-1 выиграли. Ну, могли бы раньше уже все закончить. Что ты думаешь о Завиши? Это хорошая я команда? Я не думаю насчет их. На нас смотреть. Сейчас проблема, что они перед нами стоят. Конечно, мы на них немножко смотрим. Но никак. Мы их не анализировали, ничего. Мы свою игру играем. Наш тренер нам говорит, что мы делать должны. Мы это делаем. 3-1 выиграли. Мы на них вообще не смотрим. Сегодня победа это была... Это очень важно нам. На один пункт сейчас на них достать. Если проиграли, об этом мы даже не думали. Конечно, 7 пунктов было уже трагедия. Для нас бы трагедия была. А так все добро. Хорошо. Спасибо.